гайд. Охренеть. Пипец. Ебануто, блядь. Трюкачи ебаные. Реально примерно. Стой, стой, стой. Мы в аварии. Но все нормально. Пока не комментирует заявление ополчения ДНР, находящий под контролем аэропорта Донецка, ранее в Питере Донецкой Народной Республики. Тут я охуел сейчас. Я тоже. Фух, ебать, пацаны. А может, я тоже буду посмотреть? Thank you.
Кирилл! Твою мать! Да, нормально. Не кричи. Ёбаный ты насрать, а! Ну, ё-моё, блин, а! Да, целся. Да. Да ты еблан, блядь. Там видеокамер много, блядь. О, летит, блядь. Ты ебал. Вот что ж, блядь. Да ты. Старых собак. А Зина читает вслух нараспев. И все время вертится. Хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселее. Молодцы. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень этого время чтение приятно. Через 10 дней после опубликования оплатить красноярцам придется уже со следующего года. С завтрашнего дня красноярцам не придется.